Здравствуйте! Я участник детского литературного конкурса «Берег мечты». Меня зовут Максимова Анжелика. Мне 13 лет. Краснодарский край, станица Динская. 4-я школа, 6-й А-класс. Принимая участие в акции «Слово поэтов бессмертного полка», я выбираю стихотворение Кронида Обойщикова. «Войну он встретил на границе», посвященное кавалеру 3 орденов славы Василию Ильичу Кельпуте. Крестьянский сын Динской станицы трудился в поле с малых лет. Войну он встретил на границе, когда кровавился рассвет. Не понимая, что случилось, огнем и дымом ослеплен, врагам он сдался не на милость, был просто раненым пленен. 2 года лагерного быта, где объявлялось каждый раз, что наша армия разбита, что немцы вышли на Кавказ. А он не верил и с дружками стал по ночам соображать, как сбросить с сердца тяжкий камень, как на свободу им бежать. Потом, пройдя проверку СМЕРШа, он снова встал в армейский ряд и бил с воспрянувшей надеждой Кельпуты мстящий автомат. Врывался первый он в окопы, чтобы в полку заметным стать, и на глазах у всей Европы 2 года плена наверстать. Вернулся с совестью он чистый, лихой гвардейский кавалер, и еще долго трактористам в полях показывал пример.